Друзья, здравствуйте! В эти темные дни нам очень важно быть вместе. Сегодня мы все, конечно же, с Харьковом, с моим городом, который каждый день просто стирают с лица земли. С начала этого года, друзья, просто подумайте об этом. 2000 раз россияне атаковали этот город. После удара по торговому центру количество погибших уже достигло 16. Среди них ребенок. Тела просто разорвало на части настолько, что даже сложно было понять, кто эти люди? Вот этот конченый ублюдок Путин, он пытается таким образом, как я понимаю, посадить Украину за стол переговоров. И, видимо, для этого уже даже притащил Виктора Януковича в Беларусь. Да-да, Виктор Федорович нынче в Минске. Для чего он там находится? Что будет с Харьковом дальше? И в целом о ситуации с боевыми действиями поговорим сегодня с генералом армии Украины, прошлым главой службы внешней разведки Николаем Маломужем. Николай Григорьевич, здравствуйте, спасибо, что нашли время. Да, приветствую, слава Украине. Героям слава, и о Харькове сейчас поговорим обязательно, но раз уж я вспомнил Януковича, вот Путин действительно отряхнул, так сказать, пыль с него, привез его в Минск вместе со своей делегацией, и, как я понимаю, в его больной фантазии может быть такой план, что, не знаю, там, Виктор Янукович когда-нибудь подпишет какую-нибудь бумажку, на которой будет написано там, «Капитуляция Украины» от имени Украины. Или зачем? Зачем нужен, опять достают Януковича, так сказать, из шкафа? Зачем его таскает за собой Путин? Таким способом, думаю, системно подавить дух украинского народа. То, что мы говорили в начале, народ Украины не победить, так как украинцы сплотились против врага. Вот он понимает, что одна из составляющих – это подавить дух, с одной стороны, на фронте этой военной операции, а с другой стороны, это по людям. И поэтому такой террор по Харькову, по другим городам. Но Харьков – это как бы основной объект террора сегодня. Вот. Поэтому мы видим, террорист действует цинично, нагло, широкомасштабно и расширяет возможности. И видишь, что не сдаются. Никто не протестует, не требует переговоров на условиях России. Наоборот, сплачиваются, наоборот, дают им по зубам, прямо скажу, и на Харьковском, и на другие направления тяжело, но все-таки все ребята стоят. И вот с ними поддерживают контакт каждый день, работаем оперативно, в разведывательном формате. Вот. Все, тяжело, очень сложно. Маневрируем. Там, где необходимо, даже отходим, но опять наносим контрудары. Вот даже последние 2-3 дня. Вот. А Путин понимает, что сейчас нужно какую-то создать именно новую модель, именно давление на Украину. Не только внутри нашего государства, а и внешне. Это, конечно, давление на Запад, что перспектив нет, помощь ничего не поможет, поэтому отказывайтесь, требуйте переговоры. На Синзепина, который якобы может быть миротворцем, но по формуле России. То есть прекратить боевые действия, зафиксировать оккупированные территории, линии разграничения, буферные зоны. То есть то, что продает Россия. И контроль над территориями, и геополитический контроль, и усиление своих позиций в процессе этой паузы. Вот это второй фронт. Это Китай пытается их давить. Это Индия, это Эрдоган, это Лулу, Бразилия. То есть мощных игроков. Не в плане новой архитектуры миропорядка, что они должны выйти на модель мира, на как раз в принципах международного права, чтобы Россия ушла с территории под давлением войск наших и под давлением мощных игроков, не только стран НАТО, но и этих, которые мы называем, и других. Вот. Но так пока не играет. Путин пытается играть на противоречиях и Китая, и НАТО, и где-то играть, подыгрывать Си Цзиньпину в плане его геополитических позиционирований и даже в архитектуре мирового светопорядка. Ну и, конечно, игры. Как еще можно запугать Запад, да и страны мира ядерной войной? Поэтому, да, пока применение стратегических баллистических вооружений очень опасно, потому что его предупредили не только США, Британия, Франция, что нанесут удары упреждающие, но и китайцы сказали, что этот формат не работает. Уже Китай жестко выступил против, тем более Индия. Вот поэтому я так и задействую тактические угрозы и у себя, испытания и в Беларуси, потому что Лукашенко... Мы еще подробнее поговорим, Николай Григорьевич, давайте о ядерных испытаниях. Лукашенко, но показать, что именно тут на грани находится ситуация, что они наступают, они создают хаос в стране, и тут могут прийти кто? Янукович, условно, в кавычках беру, легитимный прийти, вот так называемый. Вот. И по эту ситуацию уже вот все готовится. Возможно, заход даже с Беларуси может быть намекать. Вот тут же тактическое вооружение испытывается в Беларуси. Тут уже готовятся контингенты. Минимальная задача – оттягивать наши войска и на территории, где мы граничим с Беларусью.
на Харьковском, Сумском направлении, чтобы двигаться на востоке. А с другой стороны, это спецоперация информационная большая, что мы готовы к каким-то системным изменениям. С намеком, ага, президента Зеленского закончился срок его пребывания на посаде. А вот если легитимный, в кавычках, вот он уже готов что-то подписывать, соглашение, выйти на какую-то модель регулирования, и он спаситель Украины. Но это в плане информационной операции в принципе декларируется. Оно нереально, они сами понимают, но это одна из сегодняшних тем. Как разобщить украинцев, как посеять панику, недоверие. Вот где-то, возможно, какие-то надежды, вот связанные с тем же Януковичем или каким-то миром условным России. Вот такие варианты разрабатываются по всех темах. Поэтому мощный их, так сказать, боевой формат действия агрессивно против Украины и на фронте в отношении граждан. Вторая составляющая – это провокации, системные информационные войны. Это разобщение, третий вариант, с Западом. И подтянуть именно третьи страны стратегического уровня давления на Украину и на Запад в плане регулирования за формой Российской Федерации. А как думаете, сейчас просто заканчивая тему с Януковичем, а ему самому нравится в этом во всем участвовать или у него выбора нету? Янукович полностью контролируем. Он идет как раз в форматоре тех сил и спецслужб, которые ему намечают роль. И первый формат в 2022 году он шел, и второй выбора нет. Потому что он никому не нужен. Вот как раз востребован только в этом, чтобы его демонстрировать, возить и как бы показывать, что он имеет какую-то перспективу. Ну, где-то, может быть, и он какие-то имеет как бы иллюзии, что он где-то когда-то может вернуться. Но это практически без перспективы. Он мало сам верит, я понимаю. Но где-то иллюзии есть. Поэтому соглашается на такие варианты. Ну, другого варианта у него просто нет. Его просто-напросто или будут щемить, и он там никому не нужен. Только выполнять такие функции. Друзья, если вы смотрите нас из Харькова, мы сегодня много вспоминали этот город, напишите, с какими мыслями вы включили это видео. В целом, друзья, давайте, слова сейчас это меньше, чем мы можем поддержать и помочь, поэтому ваши слова поддержки харьковчанам оставляйте под этим видео. И в целом, о теме, как вы относитесь к Януковичу, президенту будущего, да, условно, которого готовит Путин, тоже будут ваши мысли интересно почитать. Поставьте лайки этой беседе, пускай большее количество людей увидит наш сегодняшний разговор. Николай Григорьевич, вот на фоне массированных атак по Харькову Владимир Зеленский, обращаясь к разным мировым лидерам, просто кричит, да, ну дайте систему противовоздушной обороны, но это там отдельная тема. Сейчас же он говорит, посмотрите, они наносят удары по нам просто из приграничья, то есть это территория Российской Федерации, по ней мы не можем атаковать, и, соответственно, каждый день у нас гибнут люди. И мы видим, что Владимир Зеленский говорит это на всех встречах. Помогите, разрешите наносить удары вашим оружием по территории оккупанта. И Соединенные Штаты, например, те же, прям вот категорически выступают нет, хотя в Конгрессе уже начались кое-какие сподвижки, уже и показывали карту в Конгрессе, уже вроде Энтони Блинкен обращается к президенту Джо Байдену с просьбой разрешить Украине, но Блинкен пока, но Байден пока что не преклонен. Мы переходили много красных линий, Николай Григорьевич, как вы думаете, эту пересечь сможем? А мы сейчас в процессе решения этой задачи, вот, например, перед пакетом и Путин считал, что пакет не будет проголосован. И даже наше руководство, ко всем уважением, но они считали, что мало верно. Мы начали работать, прямо скажу. Но тут уже где-то раскроем некоторые секреты, такие, в общем, хотя бы все разведки. Но демократы и так поддерживают, а республиканцы нет. Часть были за, но часть именно Трамп были против. И только воздействие эффективно на очень близкое окружение и самого Трампа создали условия, что они проголосовали. Конкретно только сказал одну тему. Украинская диаспора традиционно голосует за республиканского кандидата. В случае неголосования за пакет за Украину, 2 миллиона 750 тысяч, а это критическая масса была для Трампа в тот период, когда он выиграл, проголосуют против. И что? И все. Тут чисто бизнес-интерес в выборах конкретно. И поэтому была дана команда голосовать. И Джонсон сейчас один из самых главных лоббистов использования американское вооружение для нанесения ударов против России. Вот класс. Это игра и, так сказать, поддавки в выборчем процессе США. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупатели фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп»,
Я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. Мы тоже должны на это ориентироваться, поддерживать такие процессы, потому что это плюс Украине, и мы должны работать и с демократами, и республиканцами в плане таких форматов. Ну и еще один. Энтони Блинкен, как он уполномочен на государство, госсекретарь, ну, президент, понятно, госсекретарь, они выступают от имени государства. И в Киеве, вот мы с ним знакомы близко, он прямо сказал, что Украина должна сама определиться, как она будет использовать оружие. То есть он не запретил, он сказал это в Конгрессе. Четко. Это официально полномочное лицо. Поэтому я прямо скажу. На приграничье, оккупированных территориях, включая Крым, Черное море, и на границе, где войска наступают, в данный момент, если мы реально говорим, мы можем применять все виды вооружения. И американские, тем более британские, Кэмерон прямо дал, французское, немецкое и тому подобное. Потому что реальные наступательные операции. А тут 5-10 километров, где они наступают, где концентрируются основные милитарные силы, это живая сила, техника, боеприпасы, ракетные системы, которые стреляют по Харькову. Вот это конкретные цели. И можем сейчас использовать, и никакие американцы противоречить не будут. А вот стратегические удары, да, например, там F-16 или атакамсы, которые бьют на 300 километров, вот тут пока еще спор идет. Но я думаю, мы эту красную линию пройдем. Британцы тоже не соглашались, но уже согласились, мы бьем по полной программе по территории России и по всей территории оккупированных Российской Федерации. Поэтому так в процессе решения, точно так же по Франции, Кэмерон выступил за даже направление войск, а тут используя по врагу конкретных целей, по агрессору. Это все не просто субъективный формат лидеров или стран, которые остерегаются. Это предусмотрено, как юрист международный, скажу, как раз международным правом. Страна, которая защищается от открытой агрессии войны, имеет возможность наносить удары по врагу, как на территории, где существует агрессия, на фронте и на территории по милитарным структурам страны-агрессора. Это конкретно определено законами и международными угодами. Поэтому в данной ситуации мы это все можем использовать. Да, формально нужно реализовать процесс, чтобы было и конкретное добро уже официально и президента США. Но я прямо скажу, оно тогда будет, когда мы все-таки нарастим ресурсы и перейдем к мощным контрударам. Он скажет, да, вперед, ребята. Мы поддержим такую тему, потому что тогда уже будет видно, что победители явно Украина. И, конечно, такие подходы, усиление возможностей нанесения ударов по огневым позициям на территории России, пусковым установкам, аэродромам, пусковым установкам шахедов, которые будут нейтрализовывать возможные удары и по фронту, и по Харькову, и по другим городам. Это будет очень эффективная модель противодействия врагу. Это нейтрализует их усилия для наступательных операций. Я вспоминал сегодня президента США Байдена, он недавно снова высказался о Путине на фоне атак по Харькову, назвал Путина жестким диктатором. Но это в целом довольно мягкое определение, потому что мы помним, как раньше Байден называл Путина и сукиным сыном, и бандитом и так далее. Однако, ну, мы видим, что риторика меняется, будем надеяться, что и действия за ним. Однако, вот знаете, сразу приходят в голову параллели. Вот пока был жив президент Ирана, например, его тоже называли там чуть ли не террористом, значит, выстраивали какую-то ось зла, но когда он умер, и глава Евросоюза, и МАГАТЭ, и ООН, все начали приносить свои соболезнования этому человеку, рассказывать чуть ли не, что он боролся за добро, сразу вспоминается, ну, проводится параллель. Как думаете, Николай Григорьевич, а когда Путин умрет, такое же лицемерие увидим или нет? Я думаю, что такого не увидим. По Ирану все скрыто. Вот, да, они ось зла, они диктаторы, вот, но так прямых доказательств, что Россия был как бы организатором исполнения террористических актов, передачи вооружения. Вот таких прямо не было. Например, если мы говорим о том, кто передал оружие России, так это прямая санкция духовного лидера Хомейни. Это ЦИР, это Корпус стражей Исламской революции. Вот как раз те, которые непосредственно выполняют задания террора, занимают, так сказать, активное авторитарные позиции в плане не только поставок, проведения террористических актов. В России так они хитро разделили. Вот и он, и министр иностранных дел, как бы цивильное руководство, и как бы всегда отрицали поставки вооружения, что они не причастны. Вот, и тут Европа как бы выполнила такую ритуальную функцию. Вот погиб как бы лидер, и мы
в соответствии с протоколом и сказываем соболезнования. Хотя я считаю, что такого тоже должно не быть. Потому что президент в любом случае, даже если он лишен полных полномочий, он отвечает за агрессию и помощь Российской Федерации. Поэтому вот эти реверансы европейские и тому подобное не должны быть. Минимум промолчать, а максимум показать, что это действительно логически так будет с каждым диктатором, который будет помогать России в агрессивной войне. Вот поэтому вот этот механизм толерантности, он всегда часто срабатывает, когда действуют именно авторитарные режимы, тем более диктаторы, ну, на противовес. То есть это то, что не нужно так, чтобы было. Чтобы все понимали, диктатор есть диктатор, агрессор есть агрессор. Но я думаю, с Путиным тут все ясно. Тут поддержки какой-либо не будет. Даже Китай резко переориентируется, потому что ему нужно уже играть в новую игру. А этот уже отработан будет материал. Друзья, что вы об этом думаете? Очень интересно ваши мысли услышать. В целом мы видим, что пропаганда российская выстраивает определенную цепочку, связывая чуть ли не покушение на словацкого премьера Фицо и смерть президента Ирана. Вот главный, ну там скажем так, как он сам себя называет, идеолог русского фашизма, Александр Дугин, да, этот философ якобы, он говорит, что России нужно как-то ответить, что значит это Запад пытается ослабить позиции России, поэтому вот стреляли в Фицо, убили, значит, президента Ирана, и вот Кремль должен ответить, а как ответить? Говорит, давайте убьем президента Владимира Зеленского. Он же, мол, условно теперь, да, мы его не признаем легитимным. Значит, он просто переходит в разряд уже незащищенный. Да, давайте его убьем, это будет такой ответ на покушение на Фицо и на смерть президента Ирана. Вот на самом деле, стоит ли серьезно относиться к таким лозунгам, потому что ну, это призыв к убийству, да, по большому счету, президента страны. Ну и как вы думаете, как в Кремле отреагируют? Действительно ли они строят какие-то цепочки между этими двумя событиями? Мы что, знаем, что Путин параноик? Может, он какие-то теперь выводы сделает с этого? Ну, короче, российская разведка четко знает, какие причины этих всех событий. Прекрасно знает, какие условия были для иранского лидера, который погиб в этой катастрофе. Понятно, что там были конкретные технологические причины. Вот, и многие, так сказать, темы уже указаны на то, что именно эти летательные аппараты, они же вообще ненадежные. Тем более там конкретно. Я просто смотрел эти картинки. Там мощнейший туман, горы, и там как-то сориентироваться было очень тяжело и сложно. Это уже недоработка самих пилотов и систем, которые обеспечивали полетные возможности. А списывается, это тут конкретная тема. Тут и известное лицо, тем более контактер с силами, которые ориентированы на Россию. Поэтому, скорее всего, там можно склонять или переводить стрелки на Россию, что они это создали. Потому что все контакты этого террориста, условно, ориентированы на поддержку режима Российской Федерации, террористического режима. Это первая составляющая, поэтому нелогично было бы, чтобы тут как-то Украина действовала. И второй момент, а почему причина, даже если мы российский след будем искать мы теперь, а то, что Фицо, как бы мы ни говорили, но он согласился на очень мощные проекты сотрудничества в экономической сфере, новые логистические коридоры, железнодорожные автомобили на противовес даже Польши. Он даже не был против и дал добро на сотрудничество фирм частных в военно-технической сфере. То есть не такой же Фицо был, но супер пророссийский. Он выбирал себе удобную линию. Там, где нужно подыграть России, там, где ему экономически выгодно. А так он прагматически работал. То, что можно взять от Евросоюза, то, что можно взять от Украины в этот период, в плане, так сказать, и межгосударственных контрактов цивильного характера, и помощь гуманитарная, и фирмы, которые готовы работать в сфере военно-технического сотрудничества. То есть так я просто знаю эту тему глубинно. Поэтому там все непросто. Россияне могли рассматривать как отступника, что он как бы декларировал такую позицию умиротворения, как бы пророссийскую позицию, ну, образно сказать, хотя так прямо не было. А с другой стороны, получилось, что он как-то пошел на сотрудничество с Украиной и не был как бы таким явным лоббистом России. Вот тут может тоже месть. Поэтому мы имеем право на свою версию. И это очень актуально сейчас. За мной Майдан. За мной Крещатик. Главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира. А еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все.
Очень интересно. Да, эта версия, кстати, тоже рассматривается. И, друзья, вы ваши мысли напишите, потому что действительно есть конкретные факты, которые могут указывать и на причастность так или иначе сюда России. Кстати, что в России происходит? В России происходит зачистка генералитета. Чекисты, да, ФСБ, видимо, пошли войной по отмашке, ну, наверное, Путина, да, на топ руководителей военных. Значит, только за последние дни, не говоря уже об аресте там, замминистра обороны Шойгу, еще до того, как самого Шойгу сняли с должности, то после него был и начальник управления кадрами армии, и замначальника генштаба, и командир 58-й армии, и глава управления по обеспечению гособоронзаказа. Это лишь краткий такой список генералитета, которые попали под эти репрессии. Об арестах офицеров более младшего, да, звена тоже сообщалось. Николай Григорьевич, помогите разобраться, что в итоге, что происходит, да, и не будет ли какого-нибудь военного бунта в итоге, не расстреляют ли Путина потом где-нибудь на Красной площади за вот такой наезд на генералитет? Ну, Путин пытается сбрасывать балласт. Он проиграл стратегически. Все задания спецоперации, так называемые, а мы говорим реальной, агрессивной, масштабной войны, он не выполнил и не выполнит. Поэтому нужно искать виновников. Он неоднократно искал. А командующий, помню, сколько он поменял командующих? 12 на фронте. С другой стороны, появились отказники, типа там Попова и другие, которые уже начали критиковать режим. Появился Пригожин, который принципиально выразил несогласие с действием Путина и двинул на Москву. И, соответственно, тоже еще один предатель. То есть предатели растут на глазах. Почему? Потому что проигрыш. То, что декларировал Путин и втянул их в такую авантюру стратегического уровня, это понимает генералитет. Поэтому ему нужно было ослабить позиции. То есть не выиграл. Он их обвиняет в том, что они не выполнили его задание. А было несколько системных коллеги Минобороны, где ставились конкретные задачи. Что, когда захватывать, какие ресурсы подготовить для этого и как завершить войну. А оно получается наоборот. Мы стоим, мы по многим направлениям наносим мощнейшие удары по, в первую очередь, по ресурсам армии, живой силе, техники, вооружения. Это подрывает основу. Как бы никто ни говорил, там ресурс не исчерпаем. Не исчерпаем России и человеческие тоже. 500 000 – это супер мощный удар. Тем более военных, которые были готовы, имели опыт боевых действий в Сирии, в Украине и в других местах. И их уже нет. Поэтому вот новый контингент – это не те бойцы, которые были в начале. То есть армия, которая начинала, ее уже нет. Это все то, что обновленное или остатки других частей. Поэтому нужно виновника искать. И перед россиянами тоже мобилизация. Сколько погибших? Кто виноват? Минобороны. Поэтому в данный момент поставили уже то, что Шойгу аккуратно убрать, но ослабить ее позиции, чтобы он не поднимался. Генералитет наказать за то, что якобы не выполняют заказы, а те, тем более задачи, а тем более те, которые высказывают прямое несогласие с позицией Путина. Ну и с другой стороны, конечно, разобщить их, то, чтобы они не были в единой системе, что они объединились, например, с патрушами или с силовиками и, соответственно, реализовали заговор. Поэтому системное ослабление Минобороны и генералитета в целом раз, смещение Патрушева для того, чтобы он не концентрировал силовой блок у себя в руках, а он фактически тогда контролировал всю Россию и все окружение Путина. Это тоже угроза, несмотря на близкие как бы отношения. Но те видят, что Путин завел далеко. Я знаю хорошо их всех. Они понимают, что он начал авантюру, такая, которая должна кончиться крахом для России и для них в том числе. Они это особо чувствуют. Поэтому в данный момент... Николай Григорьевич, сразу, извините, сразу вопрос возникает. А не боится ли Путин того, что в итоге эти военные, которые сейчас подвергаются этим репрессиям, или те же, например, чекисты, да, ФСБшники, которые понимают, что Путин тянет страну как бы полной пропасти, да, что рано или поздно они просто могут объединиться и, не знаю, убить его? Он уверен, что он сейчас, имея 6 спецслужб, контролирует все сегменты. Убирает ключевые должности, те, которые имеют и рычаги контроля, реальное влияние, то есть под ними войска, под ними спецслужбы, он их убирает, и они лишаются. Поэтому на пенсии или в отставке, что они могут, он считает, он такой формат простых решений. Убрать, сместить, взять под контроль дальше, чтобы они нигде не поднялись, как вы говорите, где-то не сговорились там в кулуарах. Вот. А поставить на действующие позиции, ну, своих новых, которые будут служить откровенно, обычно так, смена молодых, приход, они пытаются служить уже верно,
чтобы дальше, так сказать, сами же не попали под репрессии. Поэтому будут репрессировать старых, контролировать минимум старых и тому подобное. То есть такая модель, она уже наработана еще с периода Берии, даже еще Ежова и других. Смена, так сказать, новых и приход других руководителей спецслужб, которые будут выполнять задания Путина, чтобы никто не сговорился. Когда они сильные, когда они имеют полномочия, когда они имеют структуры, когда имеют возможности разведки, контрразведки, технических возможностей блокирования самого же Путина и его окружения. Вот эта ситуация, да. Он думает их ослаблять, но это до поры до времени. Да, сейчас он еще при силе и контролирует. Но и при том, когда будут потери на фронтах, все будут понимать, что провал и режим уже может на грани быть, нужно будет внутренне искать и действующие, и старые, уже виновника. Сказать, вот он, готовый. Поэтому тогда уже есть перспектива, что они сгруппируются. Будут понимать, что он ослаблен. Провал на фронте, это подрывает его общее доверие. Возможность репрессий. А они тогда на коне, они будут ставить вопрос о ее смещении или устранении. Вот это будет другая состоящая история. Но к этому нужно прийти. И вот это начало таких процессов будет в Украине, не в России, к сожалению. Они в России сработают тогда, когда тут уже будет процесс идти на победу. Это конкретно. Но это нужно достичь тяжелыми боями. Для этого нужна и большая новая стратегия, альтернативно действующим и прошлым, которая была, которая не дала эффективных результатов по освобождению территории. Понятно, тут с помощью иностранных партнеров, запоздалыми и не в том количестве. Нашего ВПК, которое недостаточно включилось в первые дни войны, ну и закупка за рубежом. Это все должно сейчас восполнено системно. И это предпосылка удержать фронт, а затем проводить наступательные операции тактического, стратегического уровня. Но к этому нужно пройти. И через тяжелые бои, через уничтожение резерва противника и накопление ресурсов всех, и самое главное, подготовка стратегии освобождения территории. Если уж вспомнили о перестановках в правительстве, новый министр обороны оккупантов Белоусов, да, человек, с одной стороны, грамотный экономист, как его называют, да, даже те, кто выступает против путинского режима. Грамотный экономист в то же время человек там очень верующий, человек церковный, причем идеи вот эти вот русского фашизма ему тоже не чужды, да, то есть он как в святым огнем, как он считает, будет очищать, значит, Украину от скверны. Плюс мы видели недавно его правила жизненные, которые утекли в интернет, там, значит, и про секс, и про молитвы, и, в общем, все оно как-то перемешано, то есть видим, человек специфический. Как вы думаете, Николай Григорьевич, поменяется ли что-то именно на театре боевых действий, да, вот это новое назначение, к чему может привести, и как связано ли он так или иначе с новой волной мобилизации, которую ожидают в России, о которой так много говорят? Ну, первое, что нового министра поклонилась задача именно реализовать концепцию затяжной войны. Раз, это обеспечение вооружением, техникой, боеприпасами, высокотехнологическими ресурсами, огневыми и военными. Это основа. Путин понимает, что ему придется воевать с высокотехнологической украинской армией западного, так сказать, образца. Поэтому нужно было перестроить всю армию, все вооруженные силы и особенно ВПК. Вот эти задачи ставятся министр обороны, который имеет опыт в технологиях, в экономике, в логистике, ну и в военной сфере частично. Он же был помощником по обеспечению вооруженных сил России, Путина в свое время. Поэтому верный человек раз, с другой стороны, имеет определенные задатки, вот, ну и, соответственно, идеологическую и моральную, и религиозную как бы доминанту. Это очищать и тому подобное. То есть нет сомнений в нем. Поэтому вот такой формат, как бы новая уже стратегия, ну, под это новый, как бы, руководитель. И разделение функций. Теперь за Герасимовым будут основные функции проведения операций на фронте. Он уже проявил. Вот это Харьковская операция, другие. Это уже стратегия Герасимова. А министр будет заниматься вот теми стратегическими вопросами и обеспечения армии, поднятие технологического уровня, соответственно, проведение акций мобилизации, что не делал Шойгу эффективно, а теперь будет поставлено, в какие этапы, в какой форме, как поднять людей. Сегодня же очень многие против реальной мобилизации и участия в войне в Украине россиян. Больше 70% при всех поддержках Путина против Украины, их идеологии, они не хотят помирать. Это прямо говорит. Полмиллиона, а еще много раненых, это колоссальное количество. Это каждая российская семья или родственники уже имеют убитых или раненых. Это каждая. Это, я знаю, действует очень мощно. И во имя чего? Где-то воевать в далекой Украине? Это у них звучит даже в глубинке. Но пока режим еще держится, это да. Еще они пытаются подтянуть ресурсы,
силово, различными агитационными мероприятиями, контрактами, посулами, но все больше и больше разочаровывается, потому что жизнь дороже, я прямо скажу. А если массово, а мы за прошлые недели буквально уничтожали 1200, 1500, 1700 человек, это за неделю примерно рассчитали больше 10 тысяч. Это две крупные развернённые бригады. А если за несколько месяцев, это уже дивизии армии. Это серьезная потеря даже для России. И восполнять тем более профессиональными войсками нет возможности. Нужно все больше и больше мобиков. А это, конечно, путевка в один конец. На фронт и все. И погибли, или раненые. Поэтому там ситуация в российском обществе очень сложная. И тут продолжают, что министр обороны более такой, знаете, эффективный план не только мобилизации прямой, а и как подвести идеологическую основу, патриотическую, религиозную основу, разные модели привлечения к военнослужащих или будущих, так сказать, военных в войска. То есть именно эта тактика изменения именно стратегии мобилизации в целом и мотивационного момента. Ну и механизма, понятно. Поэтому на министра обороны этот будет фактор поставлен как наряду с технологиями основным. А уже военные займутся конкретно агрессивными действиями, планируя операции на территории России или на сопределе, то есть на границах, например, той же Сумской области или Харьковской, которые сейчас пытаются реализовать. А вот, кстати, об этом, Николай Григорьевич, давайте напоследок поговорим. Путин заявляет, Харьков оккупировать мы не планируем. Так прямо говорит. Значит, сам Белоусов говорит, новый министр обороны, новой волны мобилизации в России не будет. Но мы-то знаем, как она работает на самом деле, да, и не раз уже слышали лживые заявления, поэтому ни Путину, ни Белоусову мы не верим. Однако, опираясь на ту информацию, которая есть у вас, оценивая то количество подготовленных войск, которые сейчас перебросили на сторону Харьковской области, Сумской, у нас, опять-таки, как я и начинал, у меня много друзей, родственников в Харькове, в Сумах точно так же, и люди переживают. Вот, оценивая то, какой ресурс нынче есть у врага, о каких целях, грубо говоря, которые, ну, в теории там могут достичь оккупанты, ну, речь идет, да, то есть наши защитники, конечно же, огромная им благодарность за это и честь, они делают все, что от них зависит, даже больше, да, но есть же какие-то вот первоочередные цели именно на фронте у противника, и, как я понимаю, сейчас они сосредоточены в Харьковской и в Сумской области. Ну, в первую очередь мы так можем успокоить харьковчан, даже при такой сложнейшей ситуации, что перспектив захватить Харьков врага нет. Ресурсов в данный момент нет, чтобы сконцентрировать большие контингенты. А это нужно 200-250 тысяч минимум, чтобы двинуться на Харьков только в одном секторе. При всех, так сказать, возможностях мобилизации и перебрасывания других участков фронта, фактически это не по силе России. Они попытались зайти, когда мы имели дефицит боеприпасов, сейчас также имеют недостаток, но они поступают каждый день. Вот, зайти для того, чтобы, во-первых, завоевать плацдарм, для движения на Харьков и приблизиться к Харькову и отстреливать тогда уже обычным вооружением. Это минометные ракетные системы, не только С-300, например, там, а и уже грады, ураганы там, и тому подобное. То есть тотально уже наносить удар. Но этого нет. Мы его остановили, стабилизировали на второй, третьей линии обороны, где созданы были позиции, не первые там, где, знаете, действительно они были слабые и неэффективные. Вот поэтому в данный момент задача ставится так. Враг хочет именно демонстрировать наступательные операции, иметь какой-то плацдарм, как они называют, буферную зону даже, нависать над Сумской областью, сейчас сил и средств на наступать, так и на Харьковском направлении, на Сумском нет. И там нужно минимум 40-50 тысяч, чтобы начать новые наступательные операции. Для провокаций, обстрелов, каких-то диверсий, закона на территории есть. А вот стратегически наступать очень сложно. И идея такая, что они там создают плацдармы, проводят штурмы системные по различным точкам, и мы оттягиваем войска, не имея резерву, с Покровского направления, соответственно, от Часового Яра, от Бахмута, Авдеевского направления, ну и по всему Востоку. И они в этот период заходят в Донецкую, Луганскую область полностью. И Константиновка, Краматорск, Славянск и другие населенные пункты. Это была четко новая стратегия Герасимова. Ложные контрудары, да, они большие, они даже перспективны для плацдарма каких-то, но это не стратегические наступательные операции. А там основные удары и движения мы видим по этим направлениям. Как мы видели, самые тяжелые бои – это Покровское направление, это, конечно, Часов Яр, это Авдеевское,
Это возле Бахмута, мы видим, все крутится. Ну и, соответственно, частично подправить положение на юге, работе на Вербовой. Это поставлено было российским командованием, но конкретно Путиным. Сроки менялись. Вот эта комбинация считалась супер выигрышной, как мы говорим, с харьковским движением. А оказалось, что она также провальная. Да, нам тоже тяжело пришлось и приходится вести бои, но уже потенциала в России наступать нет. Если не где-то снимаются фронтов, а там должны быть подготовленные силы, чтобы имели возможность какие-то проводить эффективные наступательные операции, мы сразу же наступаем там. Или это будет Бахмутское направление, или тоже Покровское, если не снимут войска. То есть, как тришка кафтан, как они говорят. Там снимают, а мы там ударим. Там пытаются, мы еще дальше продвигаем и контрудары. Как правильно говорит сегодня командующий, мы тоже начинаем стратегию контрудара. Там, где враг не ждет, это очень правильная тактика. Это искусство ведения войны. В обороне это контрудары, где враг не ожидает. И накопив резервы, ресурсы, и изменив стратегию, это стратегические. Сначала тактические, то есть стратегические удары и мощные наступательные операции. Но это перспектива. К этому нужно готовиться всеми силовыми средствами вместе с союзниками. Но сейчас выстоять. Вот так растянул фронт, как Россия. С одной стороны, как бы они нас растянут, а мы их растянем силы, средства, которые не могут сконцентрироваться для нанесения тактических, тем более стратегических ударов и наступательных операций. В первую очередь на Харьков. Я думаю, что там перспектив не будет. Мы подтянули туда и боевые части, имеющие опыт, и резервы, и самое главное, боеприпасы, так как Зеленский говорит, что уже дефицита там нет. В первую очередь туда направлено было, чтобы укрепить позиции. Это чувствуется на фронте. Я общаюсь с ребятами со мной, командирами. Говорят, да, очень тяжело, но мы держим фронт, стабилизируем ситуацию и контратакуем. И спасибо. Спасибо нашим защитникам за их работу. Друзья, ваши слова поддержки оставляйте в комментариях. Ну а на сегодня будем ставить многоточие. Николай Маламуш, генерал армии Украины, к нам сегодня присоединялся. Благодарю вас, Николай Григорьевич. Друзья, у вас наверняка есть много мыслей. Оставляйте их в комментариях. Слова поддержки городу Харькову и харьковчанам от меня, пожалуйста, тоже примите. Благодарю вас, Николай Григорьевич. Всего доброго, счастливо.